Здравствуйте, дорогие друзья, с вами канал Максимадзе. И сегодня я вам покажу кое-что интересное. Это телефон Siemens C65. Как вы видите, наверное, может быть, кто-то такую расцветку даже не видел. Вот такая, вот это C65 в сером цвете. Очень редкая расцветка, такую очень-очень сложно найти. Можно, ну, на магазине eBay какой-нибудь можно найти, где на аукционе можно с Германии взять. Но там они продаются чертовски бешеных денег, просто невозможных. А вот этот я нашел на Авито, поискал, посмотрел, как продаются такие телефоны на Авито, насколько активно. И нормально так продаются, я хочу сказать. Неплохо. И одним из них это был вот этот телефон, стоил всего 900 рублей. Ну и решил, а я его закажу. Я его закажу и заказал. Доехал всего лишь за 3 дня. Почты России. Ну и давайте сегодня я на почте его распаковывал, чтобы проверить содержимое посылки, работает или нет. Телефон работает, но я его не включал, не копался. И сейчас вместе с вами буду его смотреть. Такого вот сером цвете. Короче, такой вот эксклюзивчик. Тут еще написано Vodafone. Давайте откроем его. Аккумулятор. Аккумулятор тут на 820 мА. Это нормальный аккумулятор, не родной, насколько я понимаю. C65. Сделан в Германии, у Бенке. Написано. Видимо, телефон. Видимо, этот поступил в продажу в 2005. Ну, в смысле, имеется в виду, что. Как в 2005? Он, вот этот экземпляр именно сделан был в 2005. Так-то телефон вышел в 2004. Блин, сим-карта это вытаскивается плохо. Вот оригинальный C65 в синей расцветке. Он выпускался вот в таком вот цвете. Это стандартный официальный цвет. А это как бы дополнительный такой цвет. Тут клавиатура не русифицированная, но сам телефон на русском языке. Давайте вставим сим-карту. Ставим аккумулятор. Надеюсь, он заряженный. И закрываем заднюю крышку. Ну и давайте включим. Экранчик грязный немного, но тем не менее. Телефон включается. Помощник. Смотрите-ка, аккумулятор разряженный. Да, он полностью разряженный аккумулятор, представьте себе. Давайте тогда поставим аккумулятор от C65, который у меня здесь стоит. Он полностью заряженный. И он поможет нам, собственно говоря. Так, вставляем его. И пробуем, да вставляйся же ты, ё-моё. И пробуем снова включить телефон. Джойстик что-то не очень хорошо держится, мне кажется. Ну или мне так кажется. Включаем. Что-то сервисные сигналы выключены, я смотрю. Да-да, давайте сохраним, почему бы нет. Я этот телефон по-любому оставлю в коллекции. Ну что-то я смотрю, тут никакого Vodafone-то нет. Тут когда телефон от компании Vodafone... О, смотрите, как крупный шрифт сразу стоит. Давайте-ка его сразу вырубим нафиг, потому что мне он не нравится. Почему подсветка такая маленькая? Ну-ка побольше поставь. Ну, ладно, я ее все-таки сделаю поменьше, чтобы вам было видно. Чтобы вам было видно, а то камера не очень хорошо передает. Давайте сервисные сигналы включим, потому что мне как-то с ними приятнее. Сервисные сигналы. Включаем громкость.
Нормальная пусть будет. Какой нафиг, подождите, что вы мне показываете? Я так понимаю, это не родная панель, потому что это, по сути, наверное, оригинальный C65, просто на нем поменяли панели. Вот такую серую редкую модель, панельку поставили. А так, там Vodafone, там уже реальная менюшка по-другому выглядит. Измененные варианты, короче. Так. Телефонный справочник я выбираю. Мои файлы, игры, конечно, это все можно менять. Ну, давайте первое, что мы с вами посмотрим, это работает ли камера. Камера работает. Насколько, как вы, наверное, помните, как вы, наверное, знаете, видео телефон этот записывать не умеет. И вот первое, что меня интересует, а еще меня вот интересует то, что вот здесь на оригинальном C65 вот эта клавиша под джойстиком должна выводить вот нас в интернет. А здесь написано, что фотоаппарат. Интересно, куда же она нас тут выведет? Ну, алло. Нет, она нас в браузер выводит. Быстро выходим из браузера. Она нас выводит в интернет. Да, это действительно просто поменяли панель на оригинальную. В Vodafone тут должна быть... Она должна вот фотоаппарат нас выводить. Но тут фотоаппарат нас просто джойстик влево вводит. Но тем не менее, телефоном я доволен. Короче, давайте полазаем в моих файлах, посмотрим, что там есть. Сити. Смотрите, тут даже темы есть заводские. Это мне нравится. EMS даже есть. Все сохранено тут, я смотрю. Prince. Ice Age. Это что такое? Это тема какая-то новая, что ли? Телефон, конечно, БУ тут уже мог кто-то понаделать. Штрихов всяких. Wallpaper. Sunflower и Tiger только остался. Там еще должны быть картинки. Тут есть всякие скрины, картинки. Я надеюсь, тут никакой эротики нет. Курящий малыш. Это ненормально. Конечно. Робот полицейский. Че за ерунда? Что тут написано? За белых и пушистых. Панда. Это фиг знает что. Целующиеся котята. Так, это уже ерунда всякая. Ну и моя фотография. Так, это какой-то песик. Ну, переключайся. Инка какая-то. Тоже инка. Это, короче, не мои вообще картинки. Ну, модно. О, Crazy, Crazy этот. Лягушка. Crazy Frog. О, тут даже в фоторедакторе кто-то копался, я смотрю. Тут машины разные, жигульки. Короче, модно было, видимо, в то время фотографии вот такие в телефоне иметь. Да блин, сколько тут машин, а? Капец. О, господи. А, тут это только половина. Ладно, не будем дальше смотреть. Сити. Это анимации тем. Я это все не закачивал, это все тут уже стоит. Может, мы даже, наверное, темку какую-нибудь включим. Давайте в звуках посмотрим. А, первое, что я хочу сделать, это громкость понизить везде. Слишком громко. Все, громкость понизили. Теперь можно музыку послушать. Посмотрим, что есть. Хорошо. EMS. Смотрите, владелец ничего не удалял. Некоторые удаляют. Короче, все есть, прикольно.
Короче, работает все прям шикарно. Groups тоже ничего не удалял, прикольно. Ладно, не буду напрягать вам мозг. Тут тоже есть. Это все было. Короче, все прям вообще шикарно. Кто-то пытался песню записать. Посмотрим, что тут есть. Таких мелодий я не слышал даже. Чебурашка, блин. О, у меня такая есть. Немножко с другой аранжировкой, правда. О, такая у меня есть. Короче, это все проверять надо. Линген парк какой-то есть. Moonlight. Некоторые вот эти пищалки, что-то я владелец, смотрю, удалил. Answer this, например, тут нет. Вот эта вот пищалка Queen есть. Обалдеть. Красота. Ох, ё-моё, чё тут вообще? Гимн даже есть. Красота просто. Сколько Mortal Kombat? Да, по... Чё, я такси? А, это одна из встроенных пищалок, но она называется не телефон, она называется ринг. Переименовал владелец, я так понимаю. Фристайлер, Шерлок Холмс, господи, что тут только нету, блин. Ладно, пошаримся, что у нас тут по темам. ТМП, это что такое? Ice Edge, эта тема не встроенная, это владелец, видимо, закачал. А, эта тема еще не подходит по это. Видите, видите, что? Она не подходит под экран. Давайте что-нибудь из стандартного поставим. Siemens Mobile, например. Да. Были всякие программы раньше, где можно было свою собственную тему создать. Такси какой-то, блин. GTA San Andreas, серьезно? Да, ну это пипец какой-то вообще. А чё по играм есть? Игрушки-то есть? Да, и футбол какой-то, змейка, миллионер, морской бой, мотоцикл. Мотоцикл это Gravity Defy, я так понимаю. Ну-ка давайте посмотрим, глянем. Да, это Gravity Defy, по-моему. Да, точно. Ну давайте сыграем уровень, пройдем какой-нибудь. Интересно, сколько тут владелец уже наиграл?
О, он уже на уровне про играет. Давайте на шорте. Ну, давайте какой-нибудь один уровень пройдем. Да, владелец тут уже много наиграл, я смотрю. А-а-а! Блин. Что-то она не на русском языке, правда. Не знаю, меняется ли. Может, в игре меняется русский язык. Я фиг его знает, конечно, вообще. Блин, 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 блин. А, финишировал, разбился. Как я вовремя, блин, финишировал, а? Gravity Defied — это очень культовая игра. Очень популярная она. У много кого на телефоне стояла. Данчики, червячки. А что у нас по приложениям? Download Assistant есть. Ну-ка, давайте зайдем, посмотрим. Чувак, стандартные темы, блин. Помню, помню, было такое. Очки свои забыл, блин. Фото, ну и фотоэдитор. Это два встроенных. А что зависло-то? А, проглючило немного. Это встроенное приложение. Data Inbox — это то, что по икпорту принято. На икпорт мы тоже с вами посмотрим. Будильник тут выключен, да? Запись звука. Записи звука тут, я смотрю, есть. Раз телефон так подтормаживает. Калькулятор рабочий. Тут все работает. По настройкам еще давайте полазим. Включим Сити тему. Вот не знаю, видите ли вы нормальный экран, потому что что-то я смотрю, тени попадают какие-то. Футбол посмотрим еще, например, как она у нас будет выглядеть. Смотрите-ка, все зелененькое стало. Прикольно. Кстати, зеленый цвет очень идет. Ладно, давайте Сити поставим. Она очень идет к этому телефону. Я хочу, чтобы она осталась тут. Да, это оригинальный C65, просто со сменой панели. Вибросигнал, кстати, есть? Тут вибросигнал есть? Ну-ка, давайте посмотрим. Погодите, а где вибросигнал-то тут? Как его тут настраивать? Сейчас посмотрим. Странно. Вибросигнал же должен быть. Я что-то его тут не вижу. Вибросигнала почему-то нет, странно. Ну ладно, что нам надо посмотреть? Это нажать звездочка, решетка 06, решетка, чтобы проверить все возможности телефона. Подсветка рабочая, цвета, кнопочки, вверх, вниз, лево, вправо, в середину, красная клавиша. Все клавиши работают. Вибра работает. У меня просто дело в том, что на этом C65 оригинальном вибрация перестала работать. Телефон просто не вибрировал. Камера работает. И давайте икпорт еще проверим. Икпорт. Да, икпорт работает отлично. Ну и все. Все готово. В принципе, все работает. Тут контактов никаких не сохранилось. А, это мои контакты. А тут что осталось? Это, видимо, удалил владелец перед тем, как отправлять телефон мне. Ну, в общем, все круто, все прям прекрасно. Все в телефоне работает. Остается только позвонить и связь проверить. Давайте позвоним. Сейчас я позвоню.
Так, звоним. Ну, звони. Как вы видите, работает. Так, проверим. Алло. Алло. Да, алло. Связь работает, пользоваться можно, прекрасно. Ну, в общем, вы все поняли, что все в телефоне работает, и я абсолютно всем доволен. Абсолютно всем я доволен. Ну что ж, на этом наш обзор подходит к концу. Мы с вами взглянули вот на такую вот редкий вариант. Но перед тем, как мы закончим, я еще немножко расскажу кое-что интересное. Вариации вот этих вот моделек. То, что вот есть несколько вариантов. Вот насчет этого цвета. Редкий довольно цвет. Были еще другие варианты. Там были красные всякие еще. Так черноватый такой. Полностью белый был. По-всякому там было. Была еще модель C65, была еще модель C70, вышедшая в 2005 году. Я ни разу вживую не видел. Сегодня только вживую видел один раз. В интернете нашел картинки, где вживую. Короче, модели обзоров на Ютубе нету на него. И других видео тоже про него нет. Телефон, видимо, вообще не очень плохо продавался, а все из-за того, что там было в не 11 мегабайт, как в C65, а всего лишь 3. 3, представьте себе, 3 мегабайта всего. Ну, единственное, и еще отличие в том, что не 600 миллиампер аккумулятор идет, а на 700. В остальном они абсолютно идентичны. Абсолютно. Расцветка у него отличается еще тем, что она стандартная, фиолетовая такая расцветка у него. Но телефон очень плохо, видимо, продавался и не зашел никому. А, еще есть. В 2005 году на смену C70, наверное, появилась вот такая вот модель C72, которая реально уже неплохо продавалась. Там было и 11 мегабайт памяти, и камера на 0,3 мегапикселя уже тут. Джойстик, вот насадка потеряна, я потерял ее случайно. Еще дисплей надо менять телефон, а так работает все. Ладно, я этот телефон оставлю в коллекции. Такой редкий вариант надо точно оставлять в коллекции. Ладно, на сегодня все. С вас Айкос подписался, с меня эпичный видос. Подписывайтесь также на стримовский канал и на группу ВКонтакте. Всем пока.